Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать закупку продуктов из магазина «Лента». Ездил у меня туда мой муж вместе с старшим сыночком. В общем, они ездили по делам и попутно заехали в магазин «Лента». Так что покажу вам чисто мужскую закупку. И чек будет, как всегда, в конце видео. Итак, вот девочки мои, все проверили, да? Девочки, все проверили. Все ли мы купили правильно? Вот такая закупка получилась мужа с сыном. Давайте начну вот отсюда, с бытовой химии. Немножко тут Боночка моя, да? Значит, купили пеленки. Младшая у меня еще не гуляет, поэтому пеленочки ходят. Она, кстати, у меня вообще приучилась хорошо к пеленкам. Я их так и оставлю, будет в пеленке ходить. Просила кондиционер, купили вот такой Ленор. И влажные салфетки. Очень мне нравятся вот эти лентовские. Их много, надолго хватает, хотя у нас они уходят быстро. И вот девочкам как раз тут вкусняшки. Это у меня сынок старший набрал, он им постоянно дает. Ну, как постоянно, раз в день он понемножечку дает. Вот такие вот. Вот такие штучки. Вот эти колбаски очень собакам понравились. Пикантные сосиски. Вот такие палочки. Да, Боночка. Вкусняшки, скажем, мне купили. И вот такие, это жевательные палочки, снимает зубной налет и массирует десны. Не знаю, как снимает зубной налет, у меня, в принципе, нету собак зубного налета. Но, в общем, это у меня обычно Боночка их грызет, да? А вот такие маленькие, это младшие даем. Да, мой хороший, да. Ну, давайте начну отсюда. Здесь он купил вот такую форель потрошенную, охлажденную. Это... муж сказал, было написано турецкая форель. Да, видите, производитель Турция. В общем, он такую большую у меня взял, почти на 3 килограмма. Мы ее, наверное, и засолим, и на стейке она у нас пойдет. Также он у меня взял вот такую свиную грудинку. Мы ее коптим в коптильне, точнее, муж ее коптит. Так что вот он как раз взял тут несколько кусочков. И мы то, что не съедаем сразу, я замораживаю, и потом в тушеную картошечку и так далее. Получается очень вкусно. Также он у меня взял вот такое филе из замороженного сырья, правда. Но я его на котлетке или так в панировочных сухарях жарю. Получается очень вкусно. Дальше здесь у меня наггетсы. Две упаковки он взял. Муж у меня их любит. Сосиски, конечно же, куда без них. Пепперони вот эти любят у меня, особенно муж. Вот эти пепперони, они действительно очень вкусные. Вот этой марки, сразу нарезанные, не надо париться. Вообще красота, девочки. Масло сливочное, это я просила. Вот такое взял, 1000 озёр. Также сыр, тоже порезанный. Вообще с утра не надо париться, да? Поэтому удобно. И вот такой сыр голландский. Я обычно подобный использую на запеканочки какие-то. Дальше у меня здесь, девочки, соки, и еще мне купили тархун, я его обожаю, и у меня здесь вот такое количество алкоголя. Муж сказал, что была акция на вина, три по цене двух, поэтому он у меня набрал тут, ну не знаю, вот такие всякие разные, мускат, потом вот такое вино. Наверное, должно быть вкусно. Не знаю. У нас еще впереди у моего свекра день рождения скоро. Так что нам как раз все подойдет. Видите, какой-то крымское вот такое. Кстати, красивая очень этикетка, да? Такая прям солнечная. Вот. А вот этого он взял водку. Девочки, он у меня собрался делать лимончелло. И вообще он у меня собрался делать еще какие-то настойки из ягод, которые у нас будут в огороде. Поэтому он сказал, что если когда буду ездить в Ленту и видеть водку на акции, то обязательно брала ее. В общем, из всяких ягод он собрался, из клубники он у меня собрался делать. А сейчас он хочет сделать лимончелло, и, соответственно, он у меня купил вот такое количество лимонов, аж целых 2 килограмма. Вот, ну не знаю, потом, наверное, во влоге поснимаю, как он будет делать. Сказал, что должно быть очень вкусно. Он меня любит подобными вещами заниматься, там что-нибудь делать такое. Здесь кильку в томатном соусе, две штуки взял, шпроты. Кильку люблю я, а шпроты у меня муж как раз очень любит. Здесь еще у меня колбаска докторская вот такая. Может, салатиками сделаю. Потом хлеб, батон лентовский.
Дальше вермишель, это и для супчика попросила купить. Ну и здесь, конечно же, вкусности кучу набрали. Вот эти чипсы, кстати, вот эти очень вкусные. Мне тоже они очень нравятся, нравятся мужу, детям. В общем, нам две пачки, на четверых как раз хорошо. Попкорн вот такой взяли. Кстати, не такой не брала, лентовский. Надо будет попробовать со вкусом сыра и просто соленый. Попробуем, скачаем какой-нибудь фильм и обязательно попробуем вот такое, да? Вот. Ну, вот это, понятно, тоже они меня очень любят. И вот такое вот овсяное печенье. Я его тоже обожаю. Вот это посиделки, но очень вкусное. Я его, девочки, в чай макаю. Мне очень нравится. Я знаю, многие из вас делают то же самое. Также он у меня купил, попросила муку 2 килограмма, вот такую лентовскую, кстати, неплохая мука, и взял большую упаковку сахара. Наверное, ему нужно будет для лимончелло. Сахара много, не знаю. В общем, не знаю рецепт, но посмотрим потом. Также здесь у меня мандарины, яблоки вот такие зеленые, это Гренни Смит, и еще красные Роял Гала, очень вкусные вот эти Роял Гала. Потом помело. Я его не люблю, поэтому я его называю помело. Вот, бананы, веточку небольшую. И здесь у меня огурцы вот такие и помидорки. Вот. Так что, в принципе, все. Вот. Но закупка такая, чисто мужская, девочки, да. И сейчас вам покажу чек.